Дорогие друзья, всем привет! Я продолжаю свою цель апать Леона покупкам на первом уровне. Изначально у меня была просто цель выбить этого персонажа, потому что он самый четкий, он самый имбовый, он быстрый, у него классная скорость атаки, классная скорость передвижения, у него охренная ульта, у него классная пассивка. Это очень классный персонаж, и, блин, я его когда выбил, я прям, не знаю, это очень был рад. Но я не ожидал, что он настолько будет имбовый. Я первым уровнем взял 350 кубков. Вот, и я буду его апать вот на максимум, сколько смогу. 500 кубков, наверное, преодолею вряд ли, но 400 плюс я хочу это сделать. Потом я его, естественно, прокачаю. Но, я думаю, что многие из вас его тоже хотят. Поэтому, ребята, скоро я сделаю розыгрыш на очень крутые аккаунты. Будет очень, может, немного призовых мест, но зато будут очень классные призы. Обязательно подпишитесь на канал, если хотите такого персонажа себе. На этот канал и на канал для стримов. Скоро, перед Новым годом, я для вас сделаю офигенный конкурс, поэтому обязательно подписывайся и не пропусти эти конкурсы, потому что, возможно, ты станешь владельцем аккаунта, на котором будет вот этот персонаж. Вот, ну а я предлагаю сейчас перенестись в режим ШД. Вот там, где метеориты. Ну и попробовать пару каточек хотя бы. Плюс там даже плюс 6 кубков, если я сделаю за видос, это уже будет хорошо. Реально, каждый кубок очень важен для меня. То есть, ну, честно, на первом уровне очень сложно играть. Все, кого я зову со мной поиграть в паре, все отказываются, говорят: а, он у тебя первый уровень, не хочу. Ну, все, не знаю, что-то очкуют со мной играть, потому что, ну, слабая прокачка, реально. Поэтому приходится играть в соло, к сожалению. Вот, хотя, может, даже и не к сожалению, может, даже к счастью, тут игра зависит только от тебя. Ну, нет, тихо, пацаны, не надо, давайте жить дружно, давайте тимиться. Я ваш друг, я... Давайте, все нормально. Добейте ее. Ой, кольта добейте, отлично. Задимились, называется. Так. А я рискну или не рисковать? Давайте попробуем рискнуть. Я не знаю, я боюсь, конечно, немножко, что сейчас меня Булл или Шелли какая-то убьет. Ай-яй-яй, страшно, реально очень страшно. Ну, смотрите, вроде повезло, вроде никого нет. Так. Седьмым умер, сука, так и знал. Ну, уже все, последний бокс добил уже, осталось мне уйти. И, бля, последний Булл, минус один. О, так всегда, пацаны, так всегда, блин. Там уже все, забрал последнюю баночку, осталось уйти, точнее не баночку, а молнию, и осталось уже уйти, только уйти с кустов, блядь, и вылез Булл, бля, я обожаю за это случайное стечение обстоятельств. Так, по-любому меня Тара хочет забрать. О-о-о-о-о-о. Надо ее забирать. Давай, тимимся. Окей, я согласен на тиминг. Я боюсь возле кустов бегать, это очень опасно. Блин, офигеть, вы видели? Всего лишь одна тычка от Тары и сколько мне сняли хп. Блин, я хочу забрать этот ящик. Опять, не погубит ли меня жадность? Не, лучше не буду, лучше побегаю тут в центре. С кем-то затимиться надо. Ну, старым и затимились, окей. Так, уже осталось... Ну, слушайте, мне кажется, там уже никого нет. Я заберу этот бокс. А, вот он Булл! Вот он Булл. Так, ну что, давайте его, короче, теперь ловить. Ты-то, блядь, ты куда так им до меня доколупался? Да опять! Опять я шестым умер, опять от Булла! Жесть. Тупо вот остается 7 участников, и меня убивают седьмым. Ой, шестым. А, жесть. И опять от Булла. Ну, ничего. Смотрите выпуск до конца, если вы... Ну, если я это все оставил, значит... Значит, я... Кубки проапал, то есть... В любом случае. Давайте тимиться по-братски. Давайте тимиться. Я кручусь, верчусь. Интересно. Блин, сложно. Сложно, пацаны. Еще когда метеориты, блин, эти. Так. Главное. Так, уже 8 челиков осталось. От Булла бы опять не умереть.
Так, Шелли, надо Шелли убить. Так, мне надо вообще поменьше нарываться, просто сидеть ждать. Просто сидеть ждать. Я первый уровень, я слабенький, мне надо реально уже там, ну, в конце там уже буду тащить, проявлять скилл. Потому что сейчас, если я буду нарываться на кого-то, мне одну плюху словить и все, у меня минус там 50% хэпа. Естественно, меня сразу добьют. Вот, сейчас надо уходить, потому что неудобная позиция. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Все, пускай там Була, Шелли, они сами валят, а я тут постою. Так, все, отлично, осталось уже 5 персонажей. Осталось кого-то убить. И все, я уже отыграл лучше, чем предыдущие две катки. Так, убейте кого-то. Все, отлично, пятым уже это хорошо. Но я хочу... тихо, 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 тихо. Вы че, вы че? Ну, пожалуйста, ну че вы именно меня? Чем я вам не угодил? Ну, чем я вам не угодил? Так отстань от меня, че ты... Так, три персонажа, отлично. Мне надо хотя бы топ-2, 100%. ПМ я не убью. Ну, пожалуйста, ПМ. Ну, нет, ну почему именно я? Ну, почему именно я? Ну, выбери. ПМ выбрала меня. Нет бы Тару убить. Нет, она за мной побежала. Ну, плюс 4. Обратите внимание, минус 2 в предыдущей катке, плюс 4 в этой. Ну, не повезло мне в предыдущих катках. В первом поединке я сам сделал ошибку. А во втором, ну, так вот сложились обстоятельства. Бул меня подкараулил и на ульте убил. А, это... Ёптить. Так, блин, ребятки, ну, в кусты... Бля, просто везде эти булы, везде эти Шелли. Капец, три банки уже. Ну, там сейчас ее бул... Давай, так. Бля, и все заберет этот мудак. Все достанется ему, просто мудак. Ладно. С Поком мы в центре, нормально. Все будем контролировать. Так, ну этот бокс я тоже не буду забирать. Я ж не идиот рисковать так. Кстати, уже осталось 6 челиков, поэтому... О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давайте, 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 давайте. Отлично, отлично, отлично. О, как красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне бы, конечно, в идеале с Бо затимиться было. Но там остался Бул и Бо. Вот. Но я сейчас в такой позиции, что... Давай затимимся. Придурок. О, найс, найс, найс. Все, отлично. Все, все, все. Я занял такую позицию, что теперь будем обстреливать Була. Давай затимимся, давай затимимся. Отлично. Так. Все, мне просто топ-2 надо. Я топ-1 все равно не вывезу. Все, отлично. Но я попробую, я все равно попытаюсь. Топ-2. Ладно, окей, топ-2 устраивает. Первым уровнем, ребята, я первым уровнем. Вот давайте я вам покажу. Плюс 6 кубка. Давайте я вам покажу, сколько... Какой уровень у моих соперников. Смотрите. Так, Бо. Вот этот Бо, который остался, да, против меня. Давайте я вам покажу. У него Бо 10 уровень. 10 уровень с пассивкой, короче, на 340 кубков. Я Леоном на 361 уровнем, а он 10. И плюс у него было 7 банок. Ну, короче, видите, да, что на Леоне играть реально интересно, даже на первом уровне. Реально. Ну, конечно, скиллуха все равно нужна, то есть не получится просто бегать и побеждать. Однозначно надо... Блин, вот это Фрэнк... Доколебался до меня. Все, я ушел. Так. Так. Блин, что-то никого в центре нет. Тут тимимся, 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 тимимся. Пацаны, давайте. Мы же команда. Нам надо против Була и Шелли объединяться. Ни в коем случае нельзя воевать друг против друга. Мы же ведь заодно. Мы творить добро здесь собрались. Так, все, тихо, пацаны. Все, вот эта троица останется в конце, если никто не закрысит. Так.
Так, так, блин, я вот это хочу еще ник сменить. У меня холдик с маленькой буквы, мне это не нравится. Не смотрится. Так, осталось 6 бойцов, отлично. Еще кого-то убьют сейчас, ну хотя бы несколько, и уже будет плюс кубки. Так. Опа, 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 опача, опача, опача. Ну, бля. Ну нет, капец, просто. Давай, давай, тимимся, тимимся, тимимся. Где? Вы видели, сколько у Була было хп? Он еще чуть меня не убил. Вот это было бы... Все. Опять я от Була отъехал. Да сука! Опять от Була! А, зато плюс один. Я думал минус один. Еще хочу. Как меня бесит! Бесит вот эти моменты, когда я умираю от Була. Реально. Хрен куда уйдешь. На воробушке проще нагибать этих мудаков. Так. Все, забрали банку, ушли. Все, мне большего не надо. Так, опять ПМ. Крутимся, крутимся. Пока. Так. Смотрите, сколько булов. Так, Спайк. Ты с нами, нет? Да нет, 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 его надо добивать. Все, отлично. Ух, я боялся, что снова выбежит какой-то бул. Так, все, постоим тут немножко. Потому что там сейчас будет реально, реально, реальный замес. Так, постоим немножко, постоим. Я тут, я тут, я свой, я свой, я свой. Тихо. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Да аккуратней, блин. Ай-яй-яй, отходим. Короче, все, понял. Значит, оттуда идет атака, значит, идем сюда. Блин, мне не нравится то, что Фрэнк с нами в тиме. Он, блин... Да, блядь, опять! Сука, опять, блядь, ебучий бул! Тварь! Ну почему именно я? Ну почему именно я? Эмоционально, да? Согласитесь, я реагирую. Фух, буду немножко сдержаннее. Хотя я немного потерял. Но все равно, блин, ты стараешься, бегаешь, и в итоге вот так вот тебя убивают бул. Да ты охренела, блин, дайте мне выйти. Так, окей. Все равно я плюс, в плюсе сейчас. В начале видоса у меня было 350, да? Сейчас уже 360. У меня два Мортиса. Да ну! Отвали. Так. Блин, мне не нравится эта игра вообще. Ну, именно в плане эти тиммейты. Как-то сложно чувствую, сложнее, чем... Хотя, может быть, наоборот, сейчас будет проще. Давай, 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 зажимаем его, зажимаем, зажимаем. Все, отлично. Все, забирай, забирай. Мне не особо надо. Мне главное, чтобы ты не закрысил. Мне главное, чтобы ты не закрысил. Так, отлично. Мне нравится, что тут метеориты. Они разбивают кусты и не дают этим крысам сидеть в кустах, блин. Они крысы, и булы. Так. Бо, убили, отлично. О-о-о-о, хорош, хорош, хороший бул. Хороший бул, хороший бул. Отлично. Забирай, забирай, забирай. Или... О, можно я заберу, да? Спасибо. Спасибо, бро. Спасибо. Так, ну что? Забиваем уже этих Мортисов. Я вот этому Леону отдам топ-1. Я даже если останемся с ним один на один, я не буду его убивать. Реально. Все, смотри, я просто ему отдаю топ-1. Он реально красавчик. Спасибо ему за то, что... Ну, он не крысил, он реально, мы играли... Он даже мне банки делился со мной. Респект. Я не знаю ник, поэтому и так и не узнаю. Но спасибо ему. Итак, у нас 367 трофеев. 367. Последнюю каточку поехали. И останется там, на самом деле, совсем немного до нового ранга. Но это уже в следующих роликах. Подписывайтесь, следите, как я апаю Леона. И вообще ждите
видосики с конкурсом. Пацаны, они будут. Я не хочу в этот. Тихо. Блин, мне не нравится. Я самый слабый тут вообще. Блин, я не хочу, чтобы на мне набивали ульту. Реально не хочу. О, Шелли, Шелли. Просто если на мне будет набивать ульту, они увидят, что меня можно с двух тык вынести. И вынесут. Блин, сколько боксов. Так хочется все забрать. Я сейчас рискую очень сильно, но... Фух, благо никто не вылетел. Ну, я в плане с кустов. Так, я мог бы закрыть воробушка, ну... Или убить его. Может, он не нужен нам. Не, пускай будет, я не крыса, но все равно мне мои кубки дороже, чем его, поэтому буду, буду при любом положении удобном убивать его. Вообще, не его, а вообще какого-то тиммейта. Так, для начала надо вот этих ближников всех убить. Блин, смотрите, тупо никто не забирает. Офигеть, ладно, заберу я. Тупо, видимо, нету ближника, ой. Мне бы ульту. Мне бы ульту. Я чувствую, меня закрысят первым. Как-то все так близко подходят. Так, отлично. А, там где-то бул еще. Так, вот там бул. Бля, он с ультой? Нет, без. Давайте була уничтожаем. И уже будет нормально. Так. Отлично, отлично. Не-не-не, все-все-все, минус Поко. Мы так решили, так решила команда. Нет, блядь, нет. Так решила команда, убили меня. Ну, плюс один. А, минус один. Я хочу еще. Я хочу 370 деления перейти. А, ролик будет, наверное, почти 20 минут, но некоторые писали, что им нравятся длинные ролики. И говорят, Холвик, давай хоть один часовой ролик. Интересно будет посмотреть. Я не знаю, ребята, насчет часового ролика, но минут 20 я, бывает, могу поиграть. Напишите в комментариях, какие вам ролики больше нравятся. Длинные, короткие. Вот. Вообще не нравятся ролики. Такой, ну, да. Я ухожу, ну его нахрен. Я просто ухожу. И не просите вернуться. Блин, как я Пока не добил? Ну это первый уровень, у меня не хватило просто... 12 хп, ну надо добить. Ты что, ты думаешь... Не надо, не надо. Не надо. О, кстати, там ульта, ульта у Була. Ах ты ж... Ну, я понял, окей, окей. Окей, я стану вот тут. Стану вот тут. Значит, осталось 4 челика, но я в любом случае уже буду в плюсе. О, ну ульту потратил. Нормально, нормально. Короче, Пока, я понял, ты не хочешь, да, в тиме быть? Окей, давай сейчас сделаем все по красоте. Я тебя сейчас к Булу туда... Бля, опять, опять. Да сука, опять! И опять же, почему-то именно я. Плюс, плюс 2. Найс. Осталось 2 кубка. Давайте, поехали. Я думаю, вам не надо показывать, какой уровень у моих соперников. Вы все прекрасно понимаете, что у них однозначно больше, чем у меня. То есть, ну там, 9, 10, 100%. Блин. Мне не нравится, где я зареспавнился. И причем еще 2 бокса, так и мне они... Опа. Блин, как мне отсюда выйти? Пошла вон. Пацаны, я с вами. Я ваш. Так. Да, Бул, короче, набьет себе ульту. Потом с кусту... Опа. Опа, 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 опа. Да, вот это я зря. Бля, вы видели, сколько хп было у него? А, и банок куча. Опять он с ультой. И опять меня убьет, наверное. Сколько я здесь сегодня от Була умер раз? Так главное, именно с моей стороны всегда они вылетают. Я не знаю, вроде пытаюсь как-то их обходить стороной.
Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Еще 7 бойцов. Но это точно последняя карточка, блин, 20 минут ролик, охренеть. Напишите, вам нравятся такие ролики, досмотрели вы до конца или нет? А я заберу. Не, не заберу, не заберу, ну его нахрен, я лучше буду без одной баночки, чем... Где-то Булл сидит, по-любому, с этим, с ультой, я лучше где-то стану вот тут. Но тут его уже точно нету, скорее всего. Да, тут его нету, это хорошо. Значит, у меня 3 баночки. Опа! Так. Опять я? Опять, что ли, я? Нет, я не дамся, не просите. Все. Сейчас будем брать топ-1, пацаны, смотрите. У меня вроде больше всех банок. Ну, там воробушек мне, конечно, этот конкурент. Все, все смотрите, ждем Була. Сразу уничтожаем его. Сразу, давай, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Да, блядь! Сорян. Плюс 1. Да ну нет, я перфекционист, гребаный, я хочу... Блин, просто... Ну вот так вот хп у него остается. Ну у него вот так вот хп больше, чем у меня фул. Я уверен, если бы я Леона сейчас бы прокачал на 8-9, это 500 бы кубков вообще на изи. Вообще я бы, ну, если я первым, смотрите, что делаю. Да, вот помало дают, ну, типа там по плюс 1, плюс 2, но по чуть-чуть, на таком уровне ты много сразу не возьмешь. На высоких кубках нелегко играть. Помню я... Так. Да. Блять! Все, пацаны. Минус 6. И я уже заигрался. Короче. Апаю Леона на 500 трофеев. И надеюсь, что апну в скором времени. Хотя бы на 400+. Потому что, ну... Сейчас еще поиграю чуть-чуть не на видео. Потому что на видео, блин, вы видите сами, творю бред. Тем более уже 22 минуты. Я бы еще играл и играл, но я... Не знаю, мне просто бесит то, что ролик слишком длинный получается. Если вам нравятся такие длинные ролики, я буду хоть полчаса пилить. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите новые ролики. Всем удачи, всем пока.